Уже не первый год надеются на улучшение дорожной ситуации те иркутские водители, чей путь каждый день лежит через улицу Култукскую. Однако, к счастью автомобилистов, ситуация на одном из самых проблемных участков уже начала меняться. Так, например, на пересечении с улицей Красноярской был уложен асфальт. Увы, но это единственное запланированное изменение Култукской в 2019-м. Все потому, что полотно временное и является основой для больших изменений в 2020-м. Основной фронт работ запланирован именно на следующий год. Причем ремонт улицы предполагает не только реставрацию проезжей части, но и установку ливневок, а также обустройство тротуаров и съездов к домам.